Проект развития Джайрахско-Асинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника Ингушетии признан лучшим в области туризма на конкурсе в рамках Дней регионального развития «Пространство будущего» на выставке «Россия». По результатам голосования проект, представленный нашей республикой, набрал более 65 тысяч голосов. Региональные проекты были презентованы на выставке «Россия», начиная с 21 мая. Познакомиться с ними можно было на портале достижения.рф. Глава республики Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале отметил, что это не удивительно. Цитата. «Музей-заповедник занимает целых 65 тысяч гектаров в живописном горном Джайрахском районе. Здесь насчитывается около 500 комплексов каменного зодчества, включая древние храмы, святилища, погребальные сооружения. Это настоящий клад, который дает представление об истории и культуре наших предков. Погребальные склепы, языческие христианские святилища, храмы и башенные комплексы, некоторые из которых относятся к середине второго тысячелетия до нашей эры. Спасибо каждому, кто отдал голос за наш проект, за ваш вклад в сохранение и популяризацию ингушского культурного наследия». Конец цитаты.